выполняет норматив только для себя. Все чувствуют себя хорошо сегодня. Юные спортсмены готовы к труду и обороне. Ученики первых и вторых классов школы «Горки-10» впервые сдали нормы ГТО. Чтобы справиться с задачей, ребятам нужно было пройти 6 кругов в смешанном стиле на школьном стадионе. Бег подразумевает под собой то, что вы должны всю дистанцию бежать. А смешанное передвижение позволяет участникам перейти на ходьбу, может быть, где-то даже остановиться и продолжить испытания. 6 кругов на стадионе нужно было не просто преодолеть, а уложиться в установленное время. У девочек на это 6 минут, а у мальчиков 5 минут 20 секунд. Подготовку к таким серьезным испытаниям ребята начали заблаговременно. На велике катался, чтобы ноги тренировать, бегал тоже. Ну, занимался дома. Я на гимнастике ходила на дополнительные занятия. Там нужно бегать и дополнительно делать разминку. Небольшой инструктаж, и ребята готовы к старту. Поддержать юных спортсменов на стадион пришла директор школы «Горки-10» Оксана Шарыгина. Для первоклашек и вторых классов у нас сегодня такое открытое красивое мероприятие, фестиваль ГТО, и мы сдаем первый свой в жизни норматив. Поэтому, соответственно, детвора волнуется, но нам повезло с погодой, у нас, как видите, солнце. Поэтому я думаю, что они справятся, у них все получится. На старт, внимание! Из 104 участников до финиша дошел 91. 41 выполнил норматив на золотой знак. Елена Кравченко, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».